входные межкомнатные двери являются неотъемлемыми элементами как интерьера, так и экстерьера, так что подходить к их выбору нужно серьезно. Разобраться во всем многообразии представленных моделей нам сегодня помогут специалисты салонов «Дверной вопрос». Входная дверь – один из самых важных элементов безопасности вашего дома. Именно от нее зависит, насколько комфортно и защищенно вы будете себя чувствовать. Поэтому экономить в данном случае не стоит, и при выборе входной двери следует обращать внимание на многие факторы. Прежде всего важна основа – коробка. Она должна быть надежной. Следующий момент – внутреннее наполнение двери, так как от него зависит шумо- и теплоизоляция. Также важна замковая система, которая должна быть взломостойкой, ну и, конечно, внешний вид. В салонах «Дверной вопрос», которые являются официальным дилером компании «Торакс», вам могут предложить довольно большой выбор надежных и при этом стильных входных дверей. Например, модель Super Omega 10. Особенность ее в том, что она представляет из себя симбиоз нескольких ноу-хау. Один из самых важных и интересных моментов – это ее наполнение. Данная дверь рекомендуется для квартир первых этажей, где достаточно большая проходимость и нужна звукоизоляция не просто стандартная, а именно повышенная. И за счет внутреннего наполнения многослойного, и в основе лежит запатентованная технология армированный теплобетон, звукоизоляция не просто на высоком уровне, а на максимальном. В этой двери предусмотрена замковая система наивысшего класса взломостойкости, 4-го, включающая в себя различные типы замков, а ее коробка произведена из надежной стали. Коробка изгибов идет, состоит из цельного листа металла, она не стыкуется из отдельных элементов, а цельно гнется именно непосредственно на заводе, поэтому надежность конструкции идет на очень высоком уровне, так как вес двери, вес полотна, достаточно большой, больше 100 килограмм. Поэтому и коробка должна быть более чем усилена. На модель «Снегирь» следует обратить внимание тем, кто проживает в частном доме. Это первая дверь от «Торакс» с терморазрывом. Что это значит? Это многослойный наполнитель внутри, различные утеплители разной плотности. И в середине двери есть терморазрыв, который отсоединяет холод с улицы, не пропускает его в частный дом. И не пускает тепло наружу. Нет соединения холода и тепла. Соответственно, минимум выпадения конденсата. Ну и, соответственно, теплоизоляция у данной двери одна из максимальнейших. Данная дверь выдерживает до минус 45 градусов и рассчитана даже с запасом не только на наши, но и для более суровых широт. Толщина полотна этой двери достигает 12 сантиметров. Соответственно, и дверную коробку для нее сделали эксклюзивную, с таким же, как и в полотне, терморазрывом, что полностью исключает проникновение холода. В качестве и надежности именно этой модели рязанцы уже смогли убедиться. В течение осени и зимы 2016 года салонами «Дверной вопрос» было продано более 600 дверей «Снегирь», и при этом не было получено ни одной рекламации. Отдельная линейка компании «Торакс» – это двери премиум-класса. К ним относится серия «Профессор». Эти металлические двери имеют надежную систему герметизации и изоляции от посторонних звуков. Благодаря новейшим технологиям они обеспечивают надежный барьер не только на пути звуков, запахов и холодного воздуха, но и незваных гостей. Кроме вашей защиты, двери «Профессор» выполняют еще и эстетическую функцию, являя собой оригинальное украшение. Среди большого выбора моделей и вариантов оформления вы сможете подобрать тот, который идеально будет соответствовать как интерьеру, так и экстерьеру вашего дома. В линейке дверей премиум-класса возможно реализовать различные дизайнерские решения. Отделки 3D и 5D, модели с автоматическим подогревом и даже подсветкой. Кстати, она может служить не только декоративным элементом. Если подходит злоумышленник к нашей двери, срабатывает от датчика движения подсветка, соответственно, и получается то, что освечивается лестничная клетка, если нет освещения на ней. И свет достаточно яркий в темноте, так как используется специальная неоновая подсветка немецкого производства. Она достаточно яркая, и ее видно будет достаточно сильно для того, чтобы ее могли увидеть соседи. Если входная дверь – это в первую очередь защита вашего дома, то межкомнатные двери являются важным элементом, формирующим облик интерьера. Стоит подойти к процедуре их выбора с большой ответственностью, ведь в идеале межкомнатная дверь должна прослужить вам не один десяток лет. В салонах «Дверной вопрос» представлены модели, выполненные из разнообразных материалов с различными декоративными элементами и вставками. Здесь вы найдете двери премиум-класса из массива дерева, а также модели из шпона и пластика. Какой вариант подойдет именно вам, определиться помогут грамотные консультанты. Если есть, например, домашние животные,
Рекомендуется рассмотреть из более прочных покрытий, а это искусственные покрытия, ПВХ, на ПВХ основе, то есть на основе пластика, который очень тяжело царапается, их очень тяжело повредить. Актуально также это тем, что если есть, например, маленькие дети, они могут на таких дверях даже рисовать маркерами. И они потом с двери это все легко оттирается, и, естественно, дверь выглядит опять как новая. Если же стандартные двери по каким-либо причинам вам не подходят, возможно, вы заинтересуетесь современными дверными технологиями. Так, например, фабрика «Эстет» предлагает необычные двери-призраки со скрытыми механизмами, а также компактные модели, позволяющие экономить пространство. То есть цельное полотно складывается на стену из двух половинок. Это экономит достаточно много места, но и функционал она выполняет как полноценная дверь. То есть она ничем не отличается от обычной двери. Также есть уплотнители, у нее хорошая звукоизоляция, но при этом экономит много места. Двери купе также позволят сэкономить место. А подобные перегородки, которыми можно отделить часть пространства, подойдут для квартир-студий. В любом случае в салонах дверной вопрос вы сможете подобрать нужный именно вам вариант в лучшем соотношении цена-качество. Это становится возможным благодаря прямым поставкам с заводов и фабрик-производителей. А сотрудники компании, не менее 2 раз в год проходящие специальное обучение, обязательно найдут тот вариант, который нужен именно вам. Однако мало купить качественную дверь. Важно быть уверенным в своевременной доставке, грамотной установке и возможности быстро решить проблемы, если таковые возникнут. Все это вполне реально, если выберете компанию «Дверной вопрос». Она имеет собственный автопарк, а также сервисный центр, который обеспечит доставку, установку, гарантийное и постгарантийное обслуживание. Кроме того, для удобства покупателей предоставляется кредит и рассрочка. Каждый день руководство и сотрудники салона стараются совершенствовать свою компанию для того, чтобы клиенты могли получать лучшие товары, превосходные сервис и хорошее настроение. Ну а найти салоны «Дверной вопрос» можно по нескольким адресам. На территории торгового дома НИТИ, в торговом центре «Европа», а также в магазинах, расположенных на улицах Гагарина и Островского. Безопасность и комфортное проживание в доме – залог спокойствия его жильцов. Качественные двери с комплектующими от ведущих производителей России – это отличное сочетание защитных характеристик, безупречного внешнего вида и отменного качества. Рязанский завод «Бордер», имеющий более чем полувековой опыт разработки и производства замков, является лидирующим в России. Нынешний успех, естественно, связан с тем фундаментом, который заложили предыдущие руководители предприятия. Завод «Бордер» является наследником Рязанского ордена Ленина завода счетно-аналитических машин в аббревиатуре «САМ». Многим поколениям известно не только это название, но и те люди, которые на протяжении десятилетий руководили предприятием. В эти дни свой юбилей, а точнее 90-летие, отметил почетный гражданин Рязани и заслуженный машиностроитель Юрий Петрович Земцов. Он, начиная с 68-го года, на протяжении 29 лет являлся бессменным директором завода «САМ». Главная моя задача была заработная плата людям, решение проблем с жильем, решение проблем с детскими садами. За время руководства Юрий Петрович Земцов обеспечил жильем почти 3000 заводчан и сегодня жалеет лишь о том, что не хватило 2 лет для ликвидации всей очереди на квартиры. День своего рождения Юрий Петрович провел в стенах родного предприятия. Торжественные речи, поздравления и пожелания крепкого здоровья прозвучали на территории музея истории завода «САМ», который был создан нынешними руководителями предприятия. Как отметил сам Земцов, на других заводах Рязани подобных музеев он не встречал. Спасибо большое. Вы заложили тот фундамент, на котором строится все, что есть сейчас на данном заводе. Если бы не вы, наверное, бы ничего этого не было. Благодаря вам мы стали лидерами в своей отрасли. Под руководством Юрия Петровича Земцова завод был удостоен высоких государственных наград: ордена Ленина, ордена Трудового Красного Знамени, ордена Знак Почета и других. Сегодняшние руководители завода в лице Дмитрия Малахова и Сергея Гриченко в своей работе придерживаются тех же традиций, что и Юрий Петрович Земцов со своей командой. Прежде всего, это уважаемые люди. И для меня, и для всех работников завода. Это люди, которые посвятили, без громких слов, всю жизнь этому предприятию. И так получилось, что в 98-м году мы пришли на это предприятие, подхватили знамя успеха и продолжаем до сих пор это дело.
и как оценивают долгожители наши, продолжаем неплохо. Юрий Петрович и сегодня наблюдает за деятельностью завода. Он замечает любые изменения в лучшую сторону. Дмитрий Викторович сумел здорово отстроить 9-й корпус, который остался от нашего управления недостроенным. Это такой корпус сейчас стал, которых я за рубежом даже не видел. Дата выпуска первого комплекта продукции – 29 января 1946 года. Это и является датой основания Рязанского завода счетно-аналитических машин. Спустя два года на предприятии началось изготовление первых замков модели «Зенит». А в 2011-м замочное производство было выделено в отдельное предприятие «Бордер». Выпускаемая продукция постоянно модернизируется, учитывая все особенности нашей страны. От климата до криминальной обстановки. Для выпуска качественного, надежного и современного замка обновляются и производственные мощности предприятия. 4 года назад на заводе был построен новый литейный цех с внедрением автоматизированных установок. Теперь из центральной печи сплав металла попадают в раздаточные печи, а затем сразу на пресс-формы. Ну, в Рязани литейных производств порядка 6, насколько я знаю, но настолько автоматизированных, как у нас, нет. То есть на всех остальных предприятиях до сих пор используется ручной труд. Соответственно, стоимость изделий, получаемых ручным трудом, гораздо выше, чем получаем мы. Это, во-первых. Во-вторых, контроль качества при автоматизированной работе тоже максимально автоматизирован. И при этом выпуск годной продукции увеличивается в разы по сравнению, опять же, с ручным трудом. Автоматизация коснулась и механо-штамповочного цеха. Теперь задействовано лазерное оборудование, итальянские линии автоматической штамповки, токарные станки с чиповым программным управлением, привезенные из Южной Кореи и многое другое. Наше руководство, спасибо большое, тоже старается держаться в ногу со временем, посещают выставки, покупают новое оборудование. После приобретения новых машин представители фирм-поставщиков приезжали на завод и вкратчали сроки обучали сотрудников правильному использованию оборудования. В настоящее время работники цеха имеют навыки в сфере программирования. Они сами занимаются корректировкой и составлением программ для автоматизированных машин и подчеркивают плюсы, появившиеся после замены старых станков. Безотходное производство, скажем так. Сразу в отделку идет. Не надо дорабатывать ничего. Не только молодое поколение, но и настоящие ветераны. Работники завода считают, что предприятие прогрессирует и движется в верном направлении. Новое оборудование, оно же производительное. Тут там 4-5 операций, а то за один удар все операции делаются, 5 штук. Я работаю на заводе без малого 46 лет. Первую половину с Юрием Петровичем, порядка 20 лет он был директором. Сейчас руководители завода продолжают добрую традицию советских времен. Как и при Земцове, они уделяют большое внимание качеству жизни заводчан. Люди продолжают идти на работу с улыбками на лицах. Есть очень сильная преемственность. Работали родители, сейчас работают дети, как кто-то привозит своих детей. И на данный момент люди начинают понимать, что не всем быть юристами, не всем быть коммерсантами, а надо идти в производство, работать, и востребованность в технических специальностях очень довольно-таки великая. Мы никогда не задерживали зарплату, ни в один кризис. И даже сейчас, как бы не говорили, вы видите, что творится в стране. В том году нам даже удалось поднять уровень заработной платы основным рабочим. За годы работы завода были его взлеты и падения. Нынешние руководители, опираясь на опыт предыдущих поколений и современные знания, выработали схему, которой придерживаются, начиная с 98 года. Именно тогда Дмитрий Малахов возглавил предприятие. Завод был в критическом состоянии, были не лучшие времена. Была задолженность по зарплате 7 месяцев, была задолженность по налогам. Работы не было. Ну, повторюсь, в 98 году мы зашли, начали реорганизацию, внедрение новых изделий. Ну и постепенно, общими усилиями, в том числе и с Земцовым, и с рядом других руководителей, постепенно вывели предприятие на новый уровень и, чуть-чуть заменив продукцию, нашли свое место на рынке. Сокращение затрат, издержек, поиски удешевления продукции, работа с дилерами, покупателями и правильно выбранное направление деятельности – это один из механизмов успешной работы предприятия. И достойный наследник завода сам – предприятие «Бордер», которое поставляет изделия не только в Россию, но и в страны СНГ и Европы. Взломостойкие замки доказали свою надежность. По надежности замка скажу следующее. Значит, есть несколько этапов. Сами рабочие его проверяют.
контроль индивидуальный. Потом замки поступают для проверки на контроль. Проверяет контролеры 100%. После чего производится упаковка замка. Огромные партии выпускаемой продукции говорят о ее востребованности. В этом прослеживается заслуга и предыдущего поколения руководителей. Юрий Петрович Земцов изучал опыт работы других предприятий и всегда искал пути улучшения своего производства. Одним из его друзей был и есть Анатолий Николаевич Абрамов, бывший директор завода «Торфмаш». Мы с ним общались, кто как организовывает производство, на что обращает внимание и так далее. Как строить жилье, за счет чего. И совместно так, ну, как говорится, по-товарищески решали. Потому что директора стремились к чему? Чтобы не только повышать зарплату рабочим, но еще и осваивать новую технику. Многолетняя история завода «Сам» не забыта. Она дописывается нынешним поколением. Начиная от рождения завода, выпуска первых элементов для счетно-аналитических машин до выделения замочного производства в отдельное предприятие «Бордер». Именно оно сейчас ведет завод и всех его работников к успеху, а также к завоеванию высоких позиций на мировом рынке. Завод «Бордер» входит в группу компании «Атрон», деятельность которой распространяется и на другие сферы. Так, президент холдинга Дмитрий Малахов уделяет особое внимание развитию в регионе детского спорта, в частности, художественной гимнастики. Турнир по одному из самых женственных видов спорта прошел на днях в спортивном комплексе «Арена Атрон». Более 300 спортсменок слетелись в Рязань для участия в 7-м межрегиональном турнире по художественной гимнастике «Весенние ласточки». Традиционно он был проведен в Рязани. Юные гимнастки демонстрировали свое мастерство в спортивном комплексе «Арена Атрон» в огромном зале с купольной крышей, который позволяет проводить соревнования международного уровня. Участницы в возрасте от 9 до 17 лет показали свои умения. Каждая из них виртуозно обращалась со спортивным предметом, будь то ленточка, булава, обруч или мяч. Здесь умещается 4 гимнастических ковра. То есть это, если мы проводим в таком же большом зале соревнования, это, во-первых, уже меньше травматизма. Готовиться к выступлению удобно и участницам групповых упражнений. Чтобы не подвести команду, девушки должны выполнять все элементы с ювелирной точностью. Для этого они тренируются в любую удобную минуту, даже перед самым выходом. Соперницы все приехали достойные, достаточно сильные. Немного страшно, волнение все-таки остается. Но так как в родном зале уже не так страшно, поэтому ковер знакомый. Все так легче, программа уже год работает, должно все получиться. Хрупкие девушки выступали в категориях кандидатов и мастеров спорта, а также в первом, втором и третьем юношеских разрядах. Казалось, что с выдержкой и спокойствием у них все в порядке. Чего не скажешь о родителях участниц. Каждое выступление всегда волнуюсь, ничего не помогает, как не успокаивает. Своя группа поддержки есть у каждой спортсменки. За кого-то пришли поболеть друзья и родные, а кто-то ограничился лишь самыми близкими. Дело в том, что спортсменки приехали из 7 регионов России, среди которых Владимир, Калуга, Тула и Москва. Нам удалось пообщаться с представительницей столицы. Отличается чем-то для тебя вот площадка? Комфортно ли? Ну, здесь комфортно, у нас отличается, у нас потолки чуть-чуть пониже. Высота потолка в художественной гимнастике имеет решающее значение. Чем выше спортсменка подкидывает предмет, тем больше элементов она успевает выполнить, а значит, возрастают ее шансы получить максимальные оценки. В «Арене Атрон» подкидывать мяч или булаву можно на высоту до 18 метров. Но мы сюда переехали недавно, сначала тренировались в «Буревестнике», но тут больше нравится. На базе спортивного комплекса «Арена Атрон», начиная с сентября 2016 года, тренируются спортсменки детской и юношеской спортивной школы Олимпийского резерва «Олимпиец». Более 400 гимнасток стараются улучшить здесь свои результаты под руководством опытных тренеров, чтобы стать настоящими чемпионками. Многие из них занимаются спортом бесплатно. У меня сестра родная, она тоже занималась художественной гимнастикой, тоже мастер спорта. И ну, вот она как-то пошла, и я за ней всегда ходила, мне нравилось всегда ходить на тренировки. Сначала хотела на танцы, но потом выбрала гимнастику. Очень красивый женственный вид спорта. Фигура вырабатывается, осанка, красота. Привычка уже прям вот живешь этим, то есть уже тренировки, и без тренировок уже никуда. Отдохнуть и набраться сил спортсменкам удается лишь в воскресенье. В остальные же дни девушки тренируются как минимум по 4 часа. Сначала мы разминаемся, делаем партер, прыжки, потом акробатику. Начинаем брать виды и работаем сначала броски, там отрабатываем элементы.
Художественная гимнастика – это тот вид спорта, в котором большую роль играют условия тренировок. После общения со спортсменками становится ясно, что сейчас они нашли для себя подходящее место. Спортивный комплекс «Арена Атрон» был оценен и ранее организаторами всероссийских соревнований. Он оборудован системами вентиляции и увлажнения воздуха, которые сохраняют правильный микроклимат в помещении. А большие размеры зала позволяют выступать гимнасткам не только в личном, но и в командном зачете. А групповых упражнений на ковре сразу 5 человек делают упражнения. И здесь нужна очень хорошая координация, чтобы не столкнулись. И вот такие большие по площади спортзалы, они предоставляют нам развивать групповые упражнения. Тренеры по художественной гимнастике каждый год воспитывают новых кандидатов и мастеров спорта. А благодаря сотрудничеству детско-юношеской школы и спортивного комплекса «Арена Атрон» вполне возможно, что скоро наши гимнастки войдут в состав сборной России.